Простая очень команда для того, чтобы ремонтировать, настраивать ноутбук. Это для Windows 10, для Windows 11 и, наверное, для Windows 7. В общем, я тут много читал. В общем, это Microsoft. Это сейчас у них называется вот так веб-сайт learn.microsoft.com. Называется вот это чек-диск. Ну, сокращенно вот так они. Ну, это просто команда уже. Ну, в общем, вот это я прочитал на Learn Microsoft. Вот это название чек-диск. Ну и вот здесь они дают примеры приблизительно, как ее писать. Параметры. Ну и в общем, когда вот это я прочел, еще посмотрел видео. И ну на основе этого я написал себе вот эту программу. Я ее записал для удобства, ее пишите вот обычно, ну, самая простая записная книжка, какая у вас есть на компьютере. Вот, например, Sticky Notes. Добавляете новую вот эту новую запись. И сюда вы себе пишете. В общем, она вот так выглядит. Чек. Чек DSK. Чек DSK. Потом название диска, для какого вы ее будете вводить. Например, обычно это диск C на ноутбуке, да, на компьютере. Две точки. Двоеточие. Потом это значит как space. Space. Двоеточие space, потом slash f. Вот это называется параметры. Ну, сама команда check disk, название диска, а это параметры, как она будет работать. То есть это f, она будет вам ремонтировать. И еще один параметр сразу я ввожу. R это проводить работу по ремонту, то есть редресс. Вот так вот записывайте себе. Ну потом, чтобы просто не заморачиваться. Вот, и она у вас будет вот тут. Ну, для чего это нужно записать? Просто, чтобы было удобнее. Можно на бумаге записать, но потом писать вручную. А так, когда вам надо будет что-то отремонтировать, вы возьмете, ну, очень быстро, например, откроете Sticky Note опять, да? Вот, и она у вас тут откроется, вы ее скопируете в буфер. Ну, скопировать, да, это уже кто изучает, вы знаете, это Ctrl-X, да, Ctrl-C. Ctrl-C, вы ее скопировали. Потом нажимаете кнопку Windows на клавиатуре и X, плюс X. Так, у вас открывается меню. Здесь вы открываете PowerShell администратор. PowerShell администратор. Согласие на вот это, что на вас будет вот эта программа работать. PowerShell администратор. Вот, у вас открылся PowerShell. И вы сюда копируете Ctrl плюс V, да? Ну вот все. И теперь нажимаете Enter. Ну и у вас появится такая надпись. А он еще ничего не прочитает никак. Вот, он у вас появится, такая надпись. Это по-английски написано. Тип моих файлов NTFS. Мы не можем сейчас закрыть программу, по-английски написано. Мы не можем сейчас закрыть настоящий жесткий диск.
чек-диск не может сейчас включиться, потому что пространство, ну, на жестком диске, там происходит работа другого процесса. Хотите ли вы, тут дальше написано по-английски, хотите ли вы так, чтобы мы провели вот эту операцию в следующий раз, когда вы перезапустите компьютер, то есть сделаете рестарт. И тут как это, что надо ответить, тут Y и N по-английски. Y значит yes и N no. Ну, то есть вы вот пишете тут букву Y английскую и нажимаете Enter. Вот, и в общем там будет, ну, я не хочу сразу запускать ее, это все. В следующий раз, в общем, когда он здесь появится надпись, что хорошо, мы в следующий раз, когда вы перезапустите компьютер, мы включим программу чек-диск. Вот, в общем... Так, а мне пока N, наверное, я не буду запускать N. Ну вот я, в общем, рассказал это и все. Вот это... Очистить экран. Это и все, в общем. Вот такая простая программа, очень простая. Ну вот, вот эта вся программа такая короткая. И она очень хорошо ремонтирует жесткий диск на Windows 10, на Windows 11, на Windows 7. Ну вот, кто так начинает изучать программирование, вот так, такая программа. Ну, какие ее особенности, когда вы перезапустите компьютер свой, сделаете рестарт, там появится надпись, что они, ну, будет работать программа по вот это, по проверке диска. И он будет примерно проверять час-два, ну, в зависимости, сколько у вас приложений. Если у вас на диске, на жестком диске много приложений, это может длиться 3-4 часа. Ну, и после этого компьютер начинает работать. Ну, обычно, если какие-то, ну, неполадки, для чего ее программу эту вводят? Ее вообще вводят для профилактики каждые примерно месяца 3-4. Но обычно вы замечаете, что у вас компьютер или медленно работает, или какие-то сбои. И вот тогда проводят для профилактики вот эту программу. Вот. Ну и вот ее не надо запоминать. У вас всегда она будет вот так записана где-то. Вот. Не надо писать ее вручную. Просто копируйте в PowerShell. Ну вот это, мне самому вот эта программа, она очень помогала. Я замечал, после нее компьютер начинает работать намного лучше.